Челы, заходите на стримы. Why? Аво захватилось. Это психологический хоррор, в нем могут быть страхи и громкие звуки. Рекомендуется играть. Играть. Так. 8 февраля 2006 года, Южная Бразилия. Что у нас сегодня вечером? Девушка по имени Изабель, 21 год, пропала без вести одну неделю назад после ссоры с семьей. Тогда это просто бунт? Мы так и думали, но нет. После ссоры бойфренд отвез ее в дом на окраине, держал там взаперти и подвергал физическому насилию. Я был там. Когда мы вломились в дом, парень оставил ее на полу, чтобы отвлечь нас, а сам убежал через задний двор. Он сбежал? Видимо, парень почему-то очень хорошо двигается на природе. С ней все в порядке. Ей оказали первую помощь. Вы уведомили семью? Да, она в порядке. Она просто в шоке. Мы даем ей немного времени. Мы уже уведомили семью, и они скоро будут здесь. Понятно. В ночную смену есть депрессивные дела. Мне нужно выпить кофе. Два месяца спустя. What the fuck? Управление и движение. Вы можете использовать клавиши WASD. Так, окей. Вы можете использовать другие клавиши, такие как пробел, или если вы используете контроллер, кнопку запада, чтобы прыгать. Как долго я спала? Трусики валяются. Кто звонит? Телефон. А если у вас есть телефон, вы можете использовать клавишу E или кнопку севера. Так. Много раз вы будете получать сообщения, на которые вы можете отвечать. Для этого внизу появятся три варианта. Выберите их с помощью мыши. Окей. Дочь, мы с Бруно должны были срочно уехать в поездку. Мама Бруно очень больная, мы должны поехать к ней. Я ничего тебе не говорила, потому что не хотел тебя будить. Успокойся, мама, я понимаю. Не беспокойтесь, я буду в порядке. Почему ты оставила меня одну? Не беспокойтесь, я буду в порядке. Я знаю, что после того, что случилось с этим негодяем, у тебя проблемы с беспокойством. Я обещаю, что завтра мы будем там с тобой. Я тебя очень люблю. Рядом с телефоном в гостиной я написала номер полиции на листе бумаги. Угу. Да что ж такое-то, блядь? Кстати, дочка, я забыла кое-что по дому. Не могла бы ты мне помочь? Возьми пакеты, которые находятся в задней двери, и закажи их. В гараже... разлилось старое масло. Найди ведро. Наполни его водой и брось на пол. В прачечной есть грязная одежда. Положи ее в стиральную машину, потом в сушилку, потом повесь. Блять. То есть мама просто съебалась куда-то. Оставила весь дом в говне, в грязи всякой. И сказала дочке, блять, убирайся. Может быть, я могла бы поиграть в некоторые видеоигры? Что? Погоди, что там? Зомби in the Чакара. Джугар. Жесть, я играю в игру в игре. Это ли не реальность? Пипец, налетели скоты.
Ваша оценка была 2800. Салир. Так вот. Забрать плитку шоколада. Расходуемые предметы. По всему дому можно найти предметы, которые можно есть и пить. Использование этих предметов даст вам временное повышение выносливости, что позволит вам двигаться быстрее и дольше. Лучшая рок-группа. Одна из лучших игр ужасов. В нее должен сыграть каждый. Мой любимый аниме-сериал. Это Шаман Кинг же. Ни хрена. Я выгляжу ужасно, как всегда в последнее время. Хрена себе. Да вроде нормально. Зеленоглазая. Привет, Изабель, как дела? Надеюсь, тебе лучше. Эй, ты редко пишешь нам в последнее время. Не забывай своих друзей. Кстати, разве ты не слышала от своего бывшего? На днях мы видели похожий парень, но его не было. Спасибо за заботу. Как дела? У нас все хорошо. Лорена очень беспокоится о тебе. Лукас хочет пригласить тебя на свидание, но думает, что еще слишком рано. Мария, Филиппе и Дайан тоже волнуются. Напиши им как-нибудь. Окей. Так, надо идти, блядь, какие-то пакеты там заказывать. Что-то какой-то хуйней какой-то заниматься. Мамочка оставила мне заданий. Мне выключить радио? Наверное, да, что-то барахлит немножечко. Мне включить телевизор? Давай посмотрим, что по телеку. Фома. Ой-ой-ой, что-то интересное шоу какое-то, смотрите. Класс. Так, пожалуй, включим везде свет, чтобы было хорошо и приятно, верно? Забрать предметы для стирки. Ну, кстати, заряжает прям бодренько. Может, мне гантельки потягать? Я не могу поднять эти вещи, говорит девочка. Моя мама всегда пристает ко мне о важности физических упражнений. Может, она права? Милошевич умер в камере без приговора. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич, 64 лет, скончался в тюрьме Международного уголовного суда, согласно подтвержденным источникам в этом органе. Так, грязная одежда. Опа! Так, первое задание от мамы выполняется, ребят. Так, осталось найти ведро. Оно должно быть где-то здесь тоже, мне кажется, не? Ну, по логике вещей. Что-то не так, видимо, ребят. Может, надо добавить какого-то моющего средства было в воду? Вылить еще воды? Да? А, слушай, вправду, реально. Работает. Окей. Хорошо, теперь все чисто. Так, остались какие-то пакеты, которые находятся в задней двери? Закажите их. Что за пакеты, блядь? Какие пакеты? Что значит закажите их? А-а-а, вот оно что. Надо реально было отсортировать. Окей, окей, окей. Сейчас мы быстренько справимся с этим. Хорошо, я закончила с этими коробками. Ну, вроде бы все сделали. Одежда сушится. Все постирано, все зашибись. Иди нахуй. Открой дверь. Убирайся из моего дома. Зачем ты пришел? Кто ты?
Это я, твой парень, я пришел за тобой. Открой чертову дверь, или я ее, блядь, уничтожу. Бывший парень. Злоумышленник, бывший парень, пытается силой проникнуть в дом, вызвать полицию на помощь и следить за дверьми и окнами. Пиздец, что? Вы можете напрямую общаться с бывшим парнем по телефону, отвечая или не отвечая на его сообщения. Имейте в виду, что ответы оказывают реальное влияние на бывшего парня. В зависимости от вашего ответа, это может усилить его отчаяние и безумие. Пиздец, чё за нах? Девочки, это вот так ваша жизнь выглядит, что ли? Тебя манипулируют, любовь моя. Они заставили тебя думать, что я плохой парень. Но я жертва, я хочу для нас только лучшего. Ты чертов монстр, вы не жертва. Сейчас не время это обсуждать. Окно родительской комнаты. Нет необходимости усиливать это окно. А, окей, нам нужен телефон, блядь. Где полиция-то? Ёбаный рот. Почему я не могу позвонить через мобильный, сука? Телефон. Вызовите полицию. Федеральная полиция Санта-Катарина. По какой причине вы звоните? Мужчина пытается проникнуть в мой дом. Мне срочно нужна помощь. Какой у вас адрес? Район Боависта, улица президента... Президенте Фигурейду. Один момент. Пожалуйста. Пожалуйста, приходите скорее. Я зарегистрировал ваш запрос как срочный. Но у нас нет подразделений в этом районе. Мне нужно, чтобы вы подождали 15 минут. Выживание. Помощь уже в пути. Не дайте злоумышленнику проникнуть в ваш дом через окна и двери. Во многих частях дома есть ресурсы, которые помогут вам заблокировать двери и окна, чтобы продержаться... до прибытия полиции. В этой части вы должны быть внимательны, разумно управлять ресурсами и часто проверять окна и двери. Пиздец. Чё за... Моя Изабель, моя прекрасная Изабель, на этот раз я позабочусь о том, что никто и ничто не встало у нас на пути, сука! От пути не путю. Где? Где? Деревянные доски. Вы можете, если вам удастся собрать деревянные доски, гвозди и молоток, вы можете укрепить двери и окна. Это один из самых эффективных способов усиления, а также один из самых распространенных ресурсов в доме. Тем не менее, вы не должны терять бдительность. Разумно управляйте деревянными досками, чтобы получить от них максимальную отдачу. Так, нам нужен молоточек. Заебал. У меня есть кое-что для тебя, моя дорогая Изабель. Пожалуйста, открой мне дверь. Пожалуйста, не надо, я не могу открыть. Блять, где? А, фак. Он там ломит, сука, дверь выламывает. Где гвозди, сука, где же они? Гвозди! Так, 86. Что-то я слышал, где-то здесь было. 70. Ебать. Закрепить нахуй. Все будет хорошо, я обещаю, что все улучшится. Как только я войду, я не причиню тебе вреда. Блядь! Сукин сын! Я не успеваю все делать по дому, ебанутый! Я могу дать тебе все, перестань сопротивляться, это неправда. Че тут? 67? Ну вроде не так хуево. Здесь вроде 85. Это реальность, любовь моя. Тебе суждено быть моей. О май гад. Мы не выживем еще 11 минут. Ему нужно отвечать, он злее становится, видите?
Когда он успевает ебать двери, блядь, и окна, и отписать еще сообщение. Другие любят меня и не причиняют мне вреда. А, мы должны распаковать еще досок каких-нибудь. Или распилить какую-нибудь залупу. Пиздец, он очень зол. Кто точно тебя любит? Убить его прямо сейчас! В доме много деревянных стульев, которые очень эффективно укрепляют двери. Недостаток в том, что им можно укреплять только двери, поэтому вам придется искать... Ааа, окей. Попробуем. Ебать. Это пиздец. Если терпение бывшего парня иссякает, он может надолго отключить электричество в доме. Если это произойдет, вы останетесь в кромешной темноте, оставив свой единственный ресурс на подсветку зажигалки, которая может появляться в разных частях кухни. Зажигалкой можно зажечь свечи, которые есть по всему дому, чтобы не оставаться... Ёбаный рот. Это пиздец, вы чё нахуй? Блять! Я нихуя не вижу! Блять! Он ебёт меня. Достижение разблокировано, плохая концовка. Сука. Конечно. Это кошмар какой-то. К прибытию полиции было уже слишком поздно. Изабель лежала мертва на полу, а ее убийца скрылся. Окей. Воспроизвести. Привет, как моя любимая блондинка. Последнее время ты мне не писал. Не забывай писать мне время от времени. Кстати, я забочусь о тебе. Давай как-нибудь сходим куда-нибудь вместе. Я встретила кое-кого интересного. Что вы думаете? Звучит фантастически. Пошли гулять. Да, сэр. Это Изабель, которую я знаю. Я думал, вы откажетесь, потому что вы знаете проблемы, которые у вас в последнее время. Поеду домой. What? Любимая, это я пришел за тобой. Спасибо, спасибо. Так. Я долго прятался, убегал от полиции, шпионил за твоей семьей. Сегодня мы наконец-то будем вместе. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете со мной? Что вы вытворяете, сэр? Пока он вроде не ломает, да, даже двери? Пока все топ. Ёбаный рот! Он ебанутый, сука. Разве ты не помнишь все хорошие времена? Ты меня пугаешь, мерзкий. Я помню плохие времена. Так, а вот интересно, гвозди-то? Гвоздей-то нет, нихуя! Где гвозди? Ребята! И молотка нет! Пиздец! Может, они где-то здесь? Вот они. Скорей, скорей, скорей. Гвозди найдены. А-а-а, молоток, молоток, блядь, нужен молоток. Он сейчас сломает. Где молоток-то, сука? Нихуя не вижу. Тут 48, бля. Блядь! Может, он где-то здесь? За ваше здоровье и за мое очко. Мама собирает сыну обед в школу, вот. Положила тебе в ранец хлеб, колбасу и гвозди. Мам, нафига? Ну как же, берешь хлеб,
кладешь на него колбасу ешь. А гости, так вот же они. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сука. Это пиздец ёбаный. Я нашел, блядь. Где? Пожалуйста, не надо. Быстрей! Давай, блядь, 7 минут еще, сука, 7 минут. Металлическая пластина. Что за металлическая пластина? Если вам удастся собрать металлические пластины с помощью шурупов и дрели, вы можете усилить двери и окна металлическими пластинами. Ёбаный рот. Так, где дрель? Дрель здесь. А шурупы тоже надо искать? Бурение. Блять. Пиздец. Ну все, пизда, я нихуя не вижу. А нельзя выкрутить? Ну-ка. О! 55. Блять! Вот это окно сейчас сломается. Может, еще какая-нибудь пластина есть? Металлическая. Он сейчас должен с хорошим настроением чуть-чуть быть, да. Найс. Что в нашей комнате? Ну, тут сойдет еще. Здесь. Сойдет. Сойдет. Тихо-тихо-тихо. Ответить главное. Бля, мне кажется, я не тот вариант выбрал. 40 секунд. Не, нормально, кстати. Сорок два. Здесь. Ай! Еще один стул можно? Блять, нельзя второй стул. Умоляю. 18 секунд. Я закрою эту дверь. 6. Давай. 2, 1. Полиция здесь! Да, сосать, сука, сосать! Жесть, там картинка копа, пингвина. Хорошая концовка. Полиция прибыла вовремя, чтобы предотвратить трагедию. Сталкер сбежал, как только услышал сирены, но Изабель удалось пережить этот опыт. Поймайте его, блять, хоть раз! Он так и будет постоянно меня напрягать. О, найс. Ну, пройдено получается, что я могу сказать.